Каштановый десерт Монблан, пожалуй, самый популярный зимний рецепт по Франции. Название пошло от того, что визуально этот десерт действительно похож на вершину Монблан, очень вкусный, попробуйте. Десерт Монблан – классический французский десерт, который готовят зимой, когда в супермаркетах и на рынках полно съедобных каштанов, продаются они и в наших краях, потому десерт Монблан можно приготовить и у себя дома. Не сомневаюсь, ваши гости будут поражены и вкусом, и внешним видом этого десерта. Вряд ли они пробовали что-то подобное, если только не бывали во Франции. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Перво-наперво нужно отварить съедобные каштаны, продаются на рынках и в крупных супермаркетах, в воде и очистить, затем уже очищенные каштаны кладем в молоко, добавляем сахар и на минимальном огне кипятим около часа, пока каштаны не станут очень мягкими. Сливаем из кастрюльки с каштанами всю жидкость и при помощи блендера делаем каштановое пюре. Для мягкости стоит налить в пюре около 50 мл теплого молока и еще раз хорошенько взбить до консистенции пюре. Добавляем в каштановое пюре сливочное масло, желток, половину какао и половину рома, хорошенько смешиваем, затем перекладываем образовавшийся каштановый крем в кондитерский мешок с тонкой трубочкой, делаем из крема своеобразную горочку, СМ, фото, на тарелке, ставим тарелку в холодильник. Затем сливки взбиваем с оставшимся ромом, какао и сахарной пудрой, выкладываем сливки на затвердевший крем, как показано на фото, теперь охлаждаем весь десерт, подавать его нужно холодным, и к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Очищенные каштаны, 350 грамм, молоко, 250 миллилитров, сахар, 35 грамм, темное какао, 1 чайная ложка, сливочное масло, 20 грамм, яичный желток, 1 штука, жирные сливки, 150 грамм, сахарная пудра, 30 грамм, темный ром, 2 столовые ложки, количество порций, 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!